нам долги отдали. Вот мне должны 28 тысяч. Уже я их должен на работник как получить не могу. Люди ходят, вот я хожу 8 раз в месяц. Мне заплатили по крышку 150 рублей. 150 гривен. Что я могу за эти 150 гривен прожить? Если я не выйду сюда, меня поставят, уволят за прогулы. Как то есть, я могу то есть прожить? Такая тактика, да? Да? Не пришел? Не пришел, все, меня уволили. А если не уволили за прогул, то не выплачивается вся зарплата? Не, ну, а зарплату нам вообще не платят. Мы уже, я же говорю, мне уже должны, вот людям всем, мне вот должны 28 тысяч. А я их уже год вообще не могу получить. Это рабочий, да? А нового директора вы видели? Мы вообще его не видим, он не появляется. И мы глаза его не видим. И он не выходит к коллективу, собрания никакие не проводят. Мы вообще хотели встретиться с ним, никак не можем встретиться. Он вообще сказал, будет общаться, знакомиться индивидуально с каждым в кабинете. Вообще-то есть коллектив рабочий, почему не общаться с коллективом? Угу. Ну, уже 2 месяца, и ни он нас, ни мы его, ни мы никто не знает. Мы писали, жаловались везде, никакого, вообще никакого движения. И в Киев писали, и на горячую линию люди звонили. Куда только не общались, ноль, все. Никакого движения, никакого помощи, ничего не было. Скажите, люди ходят кругами. А сколько лет вы проработали на Гидромаш? В 2004 году. И кто вы по должности? Слесарь, я инструментальщик 6-го разряда. Угу. Ну, в принципе, какая... Я и наладчиком был, слесарь, и штамповщиком, всем вообще. Угу. Как вас зовут? Анатолий. А фамилия? А? Фамилия как? Катушинский Анатолий Иванович. Катушинский Анатолий Иванович. Ага. Скажите, пожалуйста, вы как директора видели, нет? Да мы его в глаза не видели. Он приехал, представился, я ваш новый директор. Все, больше он нам ничего не ответил. Это не он сказал, а помощник. Да, помощник. Вот это ваш новый директор. Пригораж нам сказал. Я ваш новый директор. Кто, что, ничего. Что вы будете делать, мы пообщаемся с директором старым, а потом будем вас вызывать по очереди у всех. У нас коллектив, по-моему, есть. Зачем нас по очереди вызывать? Вот и расскажите нам всем коллективу, что вы пришли. Воровать? Последнее уже воровать. Уже все обворовано. Сколько можно еще воровать? Это уже пришли, наверное, и кирпичи разбирать. И так он нам в глаза нам больше не показывается. Потому что он приезжает на 5 минут на завод. Показался, и то в конце смены. Показался и уехал. Чи все на работе или нет, те, которые целый день работают. Если его нету, значит его увольняют. Это этот Григораж? Да. Угу. А скажите, пожалуйста, когда-нибудь видели?